интересного у нас. Так, перед игрой, короче, на здесь. Прочитать надо все дело. Действие игры происходит в современном мире, там написано, типа, короче. Посмотрим. Насколько все это дело серьезно. Так, нажмите А. Нажимаем А. Долго вход у игры, блин, в начале. Блять, профиль загружается первый раз. Так, введите свою учетную запись. Или так. Создайте новую, чтобы получать доступ к событиям. А, нет, это не нужно нам. Клуб этот нам не нужен. Так. Новая игра. Средний. Женщина. Мужик, короче. Ну, будем за мужика играть, наверное. Подтверждаем. Так, данные. Да. Начало игры, блин, долго что-то здесь. Как все загрузится, блин, наверное. Бешеная игрушка. Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет.
Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу, нет. Но они прозреют. Так, что у нас там? Опа, глаза выдавливают. Жестоко. Эй, ты! Да, ты! Ты зря тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чёртов ублюдок. Господи. Какую себе он там замутил? Еще долго? Тебе хватит времени, гигантская, чтобы передумать. Причем, судя, если на вертолете летят. И развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки. Секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Да. Но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Брат, а вызови-ка диспетчера. Есть. Уайтхорс диспетчеру, прием. Да, я. Мы приближаемся к поселку, Нэнси. Прием. Ясно, шериф. Ты еще не передумали. Прием. Нет, мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга маршала. Прием. Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой. Может, стоило взять с собой... Начало такое, что-то замудренное. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Боится нас, что за 200. Горит. Господи. Неудачная идея. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Сажай! Брат, понял. Что-то ждут там кого-то даже. Костер просто. Диспетчер, слышишь меня? Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолю. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Полага. Внимание. Не зевать. Идем. Салага называют, короче. Можно, короче, салага, что ли. Пойдем, что у нас тут есть. Не отставай. Смотреть в оба. Салага, сюда. Спокойно, ладно? Тихо. Пушки, да, здесь, короче. Да ну, успокойтесь. Вас это не касается. Сразу по клавишам пройдем. Ага, приседания. Не бывает. Дело плохо. Все в порядке, Ханс. Все в полном порядке. Боже мой. Значки, верно? Да, но здесь не особо уважают. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Где там собаки-то?
А, собаки, да? Эй, что вам здесь надо? Мы не хотим иметь с вами дел. Он пришел убить отца. Да, оставишь раз в покое. Уймись. Отец что-нибудь. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери, прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остынь, ну да, ты начнешь палить там. Про вас скоро в газетах напишут. Напишут, блин, про тебя тоже. Все хорошо. Посмотрим. Что случится? Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Вот это главное. Мы главное. Больше не будем страдать. Какой статуя его на это. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Да, что-то будет. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы, так, что-то всем будет, стоять что-то на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Борода там слева там. Все. Бог не позволит им забрать меня. Это не маджихеды, блин. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Взгляни. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага, давай в наручники его. Чё? Где наручники? Бог защитит меня. Салага, где наручники? Браслет на него. Есть контакт. Иногда разумнее всего. Просто уйти. Вот так вот начало. Интересно. Окей.